Помолимся. Царю небесный, утешителю души истины, и же везде, и вся исполняй сокровища благих, и жизнеподателю приди вселися вны. И очистены от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Господи, молим Тебя, благослови наши занятия, не допусти нам уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания смысла. Сохрани нас в любви, согласии, единомыслии по слову Твоему. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Сегодня 14 апреля 2019 год. Мы продолжаем разбор пособия по изучению Евангелия от Марка. 8 глава с 22 по 26 стихи. «Приходит в Вифсаиду и приводит к нему слепого и просят, чтобы прикоснулся к нему. Он, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил его, видит ли что? Он, взглянув, сказал, вижу проходящих людей, как деревья. Потом опять возложила руки на глаза ему и велел ему взглянуть. И он исцелел и стал видеть. Все ясно. И послал его домой, сказав, не заходи в селение и не рассказывай никому в селении». Зачем Христос выводит слепого из селения в уединенное место? Вопрос. Кто готовился, пожалуйста, отвечайте. Потому что вера приведших его не была чиста. Ну, не была чиста, и что из этого? Если бы он при них исцелял, то как бы это веру бы еще нечестивее они бы сделали. Значит, был бы ропот, значит, был бы какой-то поклеп. Ну, Христу виднее было. То есть причина, что он уединился, что вера приведших этого слепого, это в толковании Фифилакта, да, вы прочитали? Да, да, это в толковании так сказано. Угу. Так, ну нам-то рассуждать как бы не запрещено, вот это есть занятие, чтобы все участвовали. Ну, вот там еще в конце сказано, что он ему запретил потом говорить об этом. То есть это какое-то, видимо, связанное, то, что он запретил говорить, и то, что его вывел. Вот нам надо додуматься, почему это так произошло. То есть я еще пока не понял тоже. Так, ну давайте будем думать и... Давайте следующий вопрос. Почему слепой не прозрел сразу? Скорее всего, эти вопросы связаны друг с другом. Мы, может быть, ответив на второй или на третий, мы дойдем до ответа и на первый. Почему слепой не прозрел сразу? Ну, здесь дается сразу же ответ. Сейчас я его зачитаю, чтобы нам не мудрствовать зря. Потому что слепой сам тоже не имел веры. Так у Филакта сказано. Вот, а здесь сказано, что может быть в утешение тем из нас, которые, не придя ко Христу и несколько прозрев, еще многого не понимают и находятся еще в полумраке. Ну, я не знаю, было ли у кого из такого состояния, вот, находящегося в полумраке, человек понимает, что я чего-то недопонимаю, вот, и читая вот эти места, ну вот и этот же человек не сразу прозрел, придет время, и Господь откроет мне какие-то тайны, понимания чего-то. Мне, которых часто слышу, я, говорит, читаю Библию и ничего не понимаю. Как ничего? Ну, читаю. Что непонятно? Да вроде все понятно. А что, говоришь, ничего не понимаю? Ну, значит, тот именно вот не прозрел сразу, вопрос, ну вот, всему свое время. И семя, когда падает в землю, мы не же ложимся спать, мы же не знаем, как оно растет. Потом утром встали, глядишь, вот они вылезли, зеленые лепесточки. Опять ложимся спать, и глядишь, плоды потом уже поспевают. Так, и вот Господь их такими не оставит, и со временем Он им все разъяснит. То есть вот люди бывают, ну, нуждаются в некоем таком утешении, в плане того, что, ну вот, я вот столько таких глупых вопросов задаю, меня тут не любят, все меня как бы хотят на место поставить. Вот, может быть, мне уйти вообще тогда. Ну, о каком утешении тут речь идет? Ну, человек тогда просто, ну, пришел не учиться, а учить, может быть, и правильно ему такие замечания делают. А вот как этот слепой, ему что учить? Он слепой. Он слепой, ему надо прозреть. Так же и нам. Мы слепые, и нам нужно вот этот свет Христов увидеть. А не так, что я все вижу, я все знаю, мне учителя не нужны. Вот. Блаженны нищие духом, никогда не забывайте. Я поначалу-то тоже думал, да что это такое? Блаженны богатые духовно должны быть, а тут нищета какая-то прославляется. А толкование говорит, что блажен человек, который считает себя духовно слепым, духовно вот нищим. Тогда вот это вот признание себя духовно бедным, духовно нищим дает возможность тебе духовно обогатиться. Если этого признания нет, признания своей слепоты или признания своего полуслепого состояния, то без этого признания никакого прояснения не будет. То есть человек сам смыкает глаза, я слепой, мне ничего не надо. Вернее, он говорит, я зрячий, мне ничего не надо. Ему говорят, ты слепой, ты наг и слеп, и как ты этого не видишь? А вот не видит, значит, еще не время, значит, семя еще не взошло. И нужно таких людей обличать в духе кротости, то есть с терпением. С терпением, что, ну, и себя вспоминать, мы же тоже не сразу прозрели. Но есть такое понятие, как духовный рост. Так, ну вопросы по вот этому еще, может, что-то непонятно? Или кто-то, может, не согласен с тем, что я тут наговорил, все совсем не так? Вопрос такой, а если придет мысль, ну, там, спустя годы, там, и приходится, скорее всего, многим, что я уже, как бы, ну, достиг, там, обогатился духовно, мысль это от кого, и она имеет место быть, или надо ее гнать? Вопрос. Желающий ответить, пожалуйста. Хороший вопрос. Это значит, уже человек в прелести, если он так считает. В прелести, да. Но тут надо еще, смотрите, мысль, если у него приходит, что я уже настолько духовно богат, что мне нужно пора идти в мир и проповедовать, то и человек идет и проповедует, и делится своим духовным богатством, а другой со стороны, о, и шумник какой идет, проповедует, да он в прелести. Может иметь такое место быть? Конечно, может. Мы это видим на примере Игнатия Тихоновича. Поэтому, смотря под каким мотивацией, какая у тебя этой мысли. Если ты все, я все знаю, Библию забросил и пошел в монастырь, или куда там ты там, я не знаю, мыслишь. Господь призывает нас к совершенству. Будьте святы, как я свят. Вот. Если человек говорит, я уже свят, как Христос, ну, конечно, он... То есть путь к совершенству, он бесконечен, и его до конца пути жизненного нам нужно идти, и не останавливаясь. Не останавливаясь. Потерпевший же до конца спасется, то есть до конца своей жизни нужно терпеть всякие вот искушения, в том числе вот эти мысли о том, что ты все знаешь, ты всего достиг. Сразу берешь, открываешь Библию, блаженны нищие духом. Значит, ты уже несчастлив, раз ты чувствуешь себя духовно богатым. Игнатий Тихонович говорит, чем больше я читаю Библию, тем больше я узнаю, что я ничего не знаю. Вот свойство вот такое, чем ближе мы к Господу, тем сильнее мы ощущаем Его величие. А эти мысли, что я познал Бога, я все знаю, это, конечно, от лукавого. И гнать надо эти мысли. Вот. И постоянно учиться, постоянно совершенствоваться, постоянно вот очищать себя от суетных таких мыслей и идти к свету. И не отчаиваться. То есть бывает, конечно, падение, как вот и время, как оказалось, я уже там 20 лет вообще никаких сдвигов. Там, ну, или там 50 лет в храм хожу, ну. И ничего не знаю, но это, потому что ты, может быть, сам ничего не хотел знать, сам свои очи сомкнул, это другой вопрос. И винить себя в этом надо в первую очередь, а не кого-то. Ну и священники, которые не проповедуют, конечно, с них вину не надо слагать, но они не проповедуют, потому что еще и паства не просит этого. Отстояли, да и пошли, как будто так и надо. Вот. Вопрос есть, Олег. Давайте. 14 глава послания апостола Павла Римлянам начинается словами немощного в вере, принимайте без споров о мнениях. Вот кто такой немощный в вере? Вот, у кого есть ответ сразу? Время не тратить. Ну, это было про еду. Там говорится, кто ест овощи, пусть ест, а другой думает, что можно мясо есть, а может наоборот. Вот. Поэтому, чтобы не спорили. Ну так. Немощные вере — это те, кто придерживался еще Ветхого закона. Они еще не могли его полностью отставить и не могли принять вот это учение Христа полностью на себя. И они еще были как бы как немощные. Про них апостол Павел говорит. Да, то есть именно вера подразумевает, если дальше надо второй стих читать, всегда в контексте. Ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Вот в чем его немощь в вере. А не так, что... Некоторые думают, немощного в вере принимайте без споров о мнениях. А вот у меня такое мнение, что вот Иисус Христос – это вот первое творение Божие. И ты такой его, без всяких споров и мнений, принял его такой, и вот было это в истории церкви. Да не об этом. Ну да, я вот про этот же вопрос для себя хотел уточнить, потому что здесь очень узко, кто такой немощный в вере. Вот, лишний раз хотел для себя понять. Вот слово «ибо» нужно всегда. То есть «ибо» – это вывод из того, что сказано выше. То есть как бы, вот это вот сказано, а здесь вот такой ну, как бы вывод или продолжение. Что такое «ибо»? Как переводится? На русский мы как бы редко это слово употребляем. «Ибо» потому что немощного в вере принимайте без спорах и мнениях, потому что иной уверен, что можно есть все, а немощный есть овощи. Кто ест, не уничижай того, кто не ест. И кто не ест, не осуждает того, кто ест, потому что Бог принял его. Вот. То есть немощный ест овощи. В каком смысле? То есть он думает, что нечистое и животное есть нельзя, или что? О чем речь? Да, именно. Что вот они, там, допустим, они свинину ели, а вот немощные вере, которые из иудеев пришли, они не ели еще, не вкушали этого. И вот они немощные вере. Вот. Но эти, которые овощи ели, они же барашков-то чистых же ели, это же чистое животное было, то есть можно бы продолжить. А немощный ест овощи и баранину, но не ест свинину. Так бы, как бы правильнее же было, не просто вегетарианцы они были, а именно немощные в вере о том, что нельзя, что теперь можно есть нечистые животные. Вот. Да. Вот. Мне кажется, это можно еще много и на наше время перевести. Вот, да, и есть такое место еще, видение было, закали и ешь. И он говорит, да я отродясь ничего нечистого не ел, то есть я соблюл. Ему второй раз закали и ешь. А животные были нечистые. Но это в плане того, что теперь и язычники, то есть нечистые, вот это вот племя не иудейское, оно Богом принято. И что Бог очистил, того не почитает нечистым. То есть это переносится и как на животное, нечистое. Мы сейчас христиане едим сало и... никто за это осуждать не должен. Вот. Хотя все мне позволительно, но не все полезно. Просто не полезно. Но греха в поедании сала нету. Потому что уже Бог очистил, Новый Завет. Нужно знать, для чего Он эти разделил на чистое и нечистое. Кто может сравнить, что перед этим было? Да, Тихонча, есть песня про корову. Египетское чудо совершенства. Виктор Савченко поет. Там про это рассказано. Слепились золотого тельца, да. То, что египтяне, это из Египта пошло, это имеете в виду, что это? Вот это свинина, что они там ели. Египетское чудо совершенства. Да, Игнатия Тихоновича надо спросить, что он имел в виду. Что такое египетское? Кошка. Ой. Это про кошку. Это про корову у него песня. Это я из другой песни брякнул, простите. Лошадь по Писанию нечиста. Я хотел сказать. Я думаю о лошади, о корове, говорю про кошку. Сказал про кошку. Вот теперь кошка нечистое животное. Что теперь христианам ее можно есть? Все скажут, да вы что, да, отродясь я этой кошкой не ел. Блокаду Ленинграда, говорят, не было ни собак, ни кошек, ни крыс. Никто никого за это не осуждал и может и осуждал кто-то. Сегодняшние защитники животных врут, что блокаду Ленинграда голода не было, но кошек и собак не трогали, не ели. Все они сами помирали, но собак не ели. Да врут, как людей ели. Был голод такой-то. Бабушка рассказывала, ее чуть не съели, как дело такое. А тут Господь именно так поставил, чтобы они этого золотого тельца начали есть. Своих идолов, которых она придумала. Так, еще вопросы есть еще по... Тут не вопрос, может быть, а дополнение по Златоусту. Вот я прочитал. Тот он пишет, что блаженный Павел опасался, чтобы эти евреи, которые соблюдали Ветхий закон и чисто от нечистого отделяли, чтобы их уже уверовавшие христиане не отягощали, не огорчали дополнительными какими-то укоризнами и обличениями, ввергая их в уныние. Опасался, что они, имея намерение исправить неважный недостаток, не испортили всего, желая отклонить немощных в вере от разборчивости в пище, не довели их до отпадения от веры, не стараясь прежде времени все возвести к совершенству, не нанесли бы вреда настоящему их благу. То есть это вот тут этот самый Иоанн Златоуст спорит с Игнатием Тихоновичем, который говорит, что надо амбарный замок повесить на церковь, и все строго, чтобы все каноны соблюдали. То есть получается, что апостол Павел, он как раз этого опасался, чтобы людям, только пришедшим к вере, тут же, ну, вот эти верующие, которые давно уже ходят, чтобы они их также с них спрашивали. Я вот вижу это, например, здесь, у Златоуста. Нет, я тут заступлюсь за Игнатия Тихоновича. А барный замок надо повесить на тех, которые уже много лет ходят в храм и ничего не знают, и начать их учить-то. 50 лет в храм проходил, ничего не знает. Ну и что толку-то? Пусть пока, ну, а те, которые только приходят, ну, а им тоже без научения, что там делать в храме-то? Храм для верующих. Вера от слышания, слышание от Слова Божия. Он ходит в храм-то, он не верующий. Поэтому сначала надо научить, чтобы у него вера была, а потом молись. А как молиться Богу, в которого не веруешь? У любого прихожанина спроси, кто такой Христос, он тебе ничего не скажет. Ну и не у любого, но есть такие, это факт. Для таких амбарный замок на... То есть неверующий не должен молиться Богу, в которого не верит. Ему должна вера должна быть. Получается, а так получается обрядоверие. Вера в обряды, там, в свечки, там, в иконки, там, всякие там, заговоры, там, на шепточки, там. Еще там языческое шатание получается. Вот таким замок надо поставить на их замок на их неверии. И на их неверной вере, на кривославной, чтобы они вот. Но не для тех, которые только там пришли и замок они увидят. Они должны увидеть замок, потому что оглашенные, видите, этот замок оно и есть. Ты оглашен, тебе нечего с верными делать, оглашайся. А для оглашенных нету замка никакого, потому что рядом с замком учительская комната стоит, где их учат вере. Наоборот, дверь открывается для учащихся и закрывается для Да, согласен. Я просто немножко не про это говорил, а про то, что иногда излишняя категоричность, она людей новоначальных может привести в уныние, о чем, собственно, апостол Павел здесь и пишет к римлянам, что вы их научаете, но какие-то вещи, вот, касательно еды, делать это как бы не супер строго, насколько вот я это понял из толкования Златоуста. То есть иногда мы слишком категорично начинаем. Ну, и еда это действительно. То есть если он ест овощи и не хочет есть нечистое животное, ну оставьте его в покое, никакого греха в этом нет. Зачем мне его заставлять и есть свинину, ну какой мне от этого прок? Ну скажу ему, что да, сейчас Бог все очистил. Он говорит, ну я не хочу. Игнатий Тихонович не ест свинину, я его не заставляю. И он меня особо не отговаривает. Мясо когда ем, и все, и сам мне голубей готовит. Что тут такого-то? Я его не осуждаю, у нас любовь, взаимопонимание. Никто, никого, все по Писанию. А то, что там новоначального что-то может оттолкнуть, ну, значит, не готов он еще, значит, нет у него вот этой духовной нищеты, одна гордыня пришел, для чего непонятно. Ну а все-таки же можно же тоже, ну пришел человек с гордыней, и что его можно сразу так, можно его выбить, да, а можно, в принципе, может у него там какие-то другие рычаги на него есть, то есть если ты его выбьешь сразу, он уйдет, а если ты какие-то другие рычаги применишь, то есть не скажешь то, что его выбьет сейчас, а ну, нечто другое, что его интересует, скажешь, ну узнаешь перед этим, а после уже добьешься уже того, ну, чтобы он дорос до всего остального. Но это же тоже это как бы с рассуждением надо ко всему приходить. То есть нельзя тоже так все время вышибать, как, ну, просто говорить сразу всю правду матку, в которой даже он не готов будет. Даже Христос он не говорил, он там говорил притчами, там, потому что они не могли услышать это. Если бы они там услышали, что, видимо, они не приняли бы это. То есть, в принципе, с рассуждением, мне кажется, все равно надо это делать. Да, здесь главное в этом деле что? Рассудительность. То есть рассудительности, если нет, то и действительно она твоя, правда, матка может как бы навредить, если без рассудительности. Хотя не знаю, как правда может навредить человеку, с кем правду говоришь. Это он сегодня, может быть, его оттолкнет, а пройдет время, как у этого слепого, он потом будет тебя благодарить за эту правду. Может же такое быть? Сплошь и рядом. Вот тоже верно, Это все-таки мы как бы, да, мы на вот... К экономии, к этой вот, которая вот снисходительность, экономия, потворство греху, нет. Ну, человек в армию приходит, ему в первый же день надевают пилотку, стригут его на лысо. Ему же не дают там, все, пуговка, да, если он пришел в первый день, все, у него сразу. Ты пришел в церковь, все, либо ты подчиняешься, либо, а как ты? А как? В чужой монастырь со своим уставом не лезут. А он пришел в церковь и начинает нам указывать, как его исцелять от его болезни. Так он еще и не согласен с тем, что он болен. А что тогда пришел-то? Есть духовная врачебница, мы можем тебя полечить. Да, я здоровый. Ну, а что пришел тогда, иди. Мы больные, мы лечимся, а ты здоровый. Ты хочешь нас лечить? У нас свои учителя уже есть, там, духовные отцы. Что ты нас можешь научить, когда ты сам болен? Врач, исцели себя сам, это также вот есть такое место. Да, вот Наталья правильно заметила. Одним дано знать, другим не дано. Ничего не сделаешь. Кому Господь откроет, тот и увидит. А кому закроет, тот не откроет. Господь открывает и закрывает. Именно вот от человеческого сердца. Господь сердцеведец. Кому... Если человек гордый, ты ему хоть запроповедуйся, он не примет. А если человек пришел с искренним раскаянием, то ему и слов не надо, у него уже от одного взгляда он пришел, пал вниз и сразу сказал: истинно с вами Бог. Обличаемый всеми, обличаемый, а не сюсюляляканьями такими вот все. Так Писание говорит. Не потворством греху, а всеми обличаемый пойдет вниз и скажет: истинно с вами Бог. Это вы куда выбросите? Придет неверующий, сказано, и всеми обличаемый. А вы боитесь его обличить, а вдруг он уйдет? А что теперь, не обличать постепенно как-то его или что? Писание говорит обратное. Это вот придумали вот попы, которые вот деньги им только надо. Пусть он неверующий ходит 2 года, чем больше он грешит, тем больше свечек купит. Он не желает, чтобы он очистился от грехов раз и навсегда, в одночасье. Родился свыше. Все, рожденный от Бога не грешит. Это и надо говорить. Давай, брат, кайся, я тебе помогу. Если ты желаешь, конечно, искренне этого. А если не желаешь, ну, хоть ты там. Можно скажу? Да. Я хотел обратить внимание на то, кого Писание немощным называет. Вот посмотрите, немощной вере, говорит, есть овощи. То есть это не такой человек, который вообще ничего не хочет делать, а получается, что он хочет к Богу приблизиться, но посредством каких-то своих, вот, ну не своих, может быть, а посредством каких-то все равно ограничений. Он старается. Вот он не ест мясо, отказывается от чего-то. То есть большая разница. А если сегодня мы говорим немощной вере, это будет означать только одно. Человек вообще ничего не хочет делать. Он считает, что можно там или посты не соблюдать, ну вообще не обязательно ничего. Да, совершенно верно, совершенно верно. Да, то есть вот этот немощной вере и то, которые сейчас подразумеваются, это совершенно разные категории людей, и даже сравнивать не нужно. Вот. А здесь вот сатана нам подножку делал. Немощного вере, который ничего не хочет делать, принимая без всяких споров, пусть он в храм ходит и дальше грешит, лишь бы свечки покупал. Это вот поповская ложь, вот это вот все. Немощные. И вот они все, мы немощные, мы грешные, супергрешные. Да кого ты этим привлечешь? Вы свет миру. Вы соль земли, да светит свет аж перед людьми, дабы люди, видя ваши добрые дела, прославляют Отца вашего Небесного. Все, да и аминь. Давайте делать добрые дела, а не прикидываться грешными, супергрешными, ничего не желающими делать для Господа. Любишь ли? Еще говорят, что еще любят говорить, что церковь идет навстречу нашим немощам, как Моисей пошел навстречу к своему народу. Вот так вот любят. Подожди, не совсем уловил. Когда Моисей пошел навстречу своему народу, как к немощным, как... Когда разводное письмо дал, разрешил давать разводное письмо женам. Когда Иисус говорит об этом, в начале Бог сотворил мужчину и женщину, говорит, а Моисей по жестокосердию вашему. Да. Немощь и жестокосердие, это не надо путать. Да, я это понимаю. Я к тому, что с немощными в вере, да, это неправильно совершенно. И... Да, была своего рода экономия, меньшее зло, ну, чем больше. Они жен убивали, которые надоели им. Да. Просто сейчас уже некоторые священники об этом говорят. И вот был ролик вчера, ребята выставили в нашу группу, где Ткачев Андрей об этом и говорит. И говорит, да, говорит, нельзя венчать повторно брак при живой жене либо живой супруге, но он говорит, церковь идет навстречу вашим немощам. Это Андрей Ткачев, протоиерей, так говорит. И я это замечал уже не только от него, я замечал это у себя в приходе, когда с священником разговариваешь, а почему именно так, почему там торговля в храме? Они это любят оправдывать, и с точки зрения, это немощи наши. То есть вот мы немощные, и церковь идет навстречу. Ну то есть тут явно такое лукавство, заговаривание происходит, и поэтому я вот сейчас поделился, тоже вот вспомнил об этом. Да, грех прелюбодеяния называют немощью, и как бы, ну... Кто разведется с женой своей и женится на другой, называется прелюбодеем. Жена, если разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодейка. Женящийся на разведенной прелюбодействует. Какие немощи, какие... Да, тоже и про убийство, кстати, надо сказать. Есть такая штука, ну как назвать, социальная концепция церкви. Если кто читал, может, на официальном сайте церкви нашей РПЦ, там вот говорят они, ну как они оправдывают войну. Они, в принципе, не отказываются от того, что это грех. Они говорят, что да, убивать грех, но вот церковь благословляет защищать свою родину и так далее и тому подобное. То есть фактически они благословляют грешить. Ключевой момент, ключевые слова Христа здесь. Дьявол есть лжец и человек-убийца. Человека-убийца. И это нужно вот как бы записать у себя на сердцах, и этим все сказано. Да, кстати, я вот сейчас тоже что-то не замечал даже, что он человек-убийца. Еще сказано. Спасибо, что сказал. К следующему стиху, Сергей Павлович. Да. Так, но мы еще не дочитали здесь. Значит, то есть для чего Господь, почему слепой не прозрел сразу еще? Может быть, утешение тем из нас, которые, не придя ко Христу и несколько прозрев, еще немного не понимают и находятся еще в полумраке. То есть это вот утешение для тех, которые считают себя, что они находятся в полумраке, они не нам сказано, чтобы мы вот этих полубрачных и людей как-то вот в этом полубраке и оставляли. Наоборот, их надо из полубрака выводить. Господь, написано, их такими полубрачными не оставит, и со временем Он им все разъяснит, через нас в том числе, которые духом ростом повыше, но духом не пожижили, наоборот, там, как сказано, вы духовные, не оставляйте этих людей полубрак. Некоторые не могли бы вынести сразу большого света. Ну, вот о чем вот мы, у нас и спор. То есть ты ему сейчас дал все каноны, и он, о, это я не смогу. У меня было такое, я от всего мог отказаться, вот один грех, 7-я заповедь, это тут, извините, подвиньтесь, я еще не готов. Но Господь не оставил и на это глаза открыл. Пусть Господь ведет каждого по-своему. Иоанна 16 глава 12 стих. Еще много имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. То есть это нам тоже нужно знать, что тогда ученики не могли вместить. И вот на прошлом занятии он говорит, он со слезами их учил, они тупые такие, ну... Это нам надо вот эти места все знать, что да, не сразу все произрастает и сразу рубить с плеча не нам. То есть нам, проповедникам, нужно иметь терпение к этим людям. Любовь и терпение. Вот. Но он должен оставаться именно учеником. А если он учиться не хочет, то какое бы там у тебя терпение нету, но... Христос сеял семена, то есть, и он знал, что 75% упадет вообще, ничего не будет. Однако он учил с терпением, зная. 1 Коринфянам 3, 1, 2. «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе». Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах. Имеет это место сегодня быть? Да, ну, конечно, то есть ты видишь, что плотской человек, но это же плотской человек назван младенцем во Христе. Он плотской-то плотской, но он изъявил желание познавать вот этот свет Христов. А раз он изъявил, ну, будь добр со слезами 3 года, как апостол Павел учил его. Наберись терпением и питай вас. Да, сначала молоком. Но если ты его год питаешь молоком, 2, 3, 4, 5, а он твердую пищу не понимает, ну, естественно, терпение лопается. И скажет, да, ну, сколько можно-то уже, как бы, давай уже. Ибо вы были еще не в силах, он да и теперь не в силах. То есть, вот вы как были тупыми, так тупыми и учениками остались. Почему? Вопрос. Проповедник или дело, или в ученика? Бывает, что проповедник не такой, как бы, нет у него дара учительства, но ученики не внимают. А есть там учитель 7 пядей во лбу, ну ученик, ну тупой. Ну, не входит в него. Почему? Ну, так вот в школе все мы учились, не все одинаковые. Все ученики разные, все учителя разные. А то, как сегодня преподают, так и, Господи помилуй, не по слову Божию. Да. И вот дальше. Он и нас ведет разными путями к своей цели, Господь. И какие это пути? Словом, это понятно, проповедь. Плюновением, вот те раз. Возложением рук и прочее. Когда на кого Господь плевал, ну вот именно как вот, чтобы плюнул и чтобы раз прозрел. Каждый себе задайте. Было ли вот такое, что ты не понимал, вот думал, я думал, что убивать на войне грех. Да мы все так думали, все так воспитаны. Да наши отцы герои там. Павлик Морозов был героем, а сейчас потом раз ты прозрел, да он, не почитая отца и мать, заповедь не соблюдал, отца сдал своего. Или там Зоя Космодемьянская, там нас все время учили, что она героиня, оказывается, сейчас открывается, что вот она плюнул Господь на глаза, и нам открыто тебе, что она, оказывается, сама там свои же дома поджигала, зачем ей это надо было, ее свои же немцам сдали. Возложением рук. Ну, тут через возложение рук дар священства подается. Ну и на нас батюшка руки на исповеди ложит, и прям чувствуется, как камень с души падает, когда в грехах каешься. И истинно чувствуешь это вот прозрение и прощение, и ты осознаешь свой грех, и у тебя открывается к нему теперь такая как бы неприязнь, отторжение, и ты уже понимаешь, что у тебя есть силы больше его не повторять. Ну, к следующему, наверное, да? По этой теме уже хорошо разобрали. Или у кого-то еще вопросы остались? Мы не разобрали, почему все-таки он вывел поселение. А, да, к первому вопросу. Почему он все-таки, да, его вывел? Ну, сестра говорит, чтобы вот те, которые его привели, ну, не было какого-то там ропота или соблазна. То есть они не верили, что он их исцелит. Ну, казалось бы, ах, вы не верите, нате, получаете, теперь верите, а все равно бы не уверовали. Поэтому он и решил, наверное, увести. Сейчас. Духовный смысл еще. Вот Иринин Стридонский интересно пишет. Он пишет, что слепой выводится из дома иудеев, из селения иудеев, из буквы иудеев, из иудейских традиций. Ну, это в духовном смысле. Тот, кто не мог быть исцелен законом, исцеляется благодатью Евангелия. Когда ему говорит, чтобы возвращался домой, это означает не тот дом, из которого он вышел, но тот, которым до него был Авраам. А поскольку Авраам отец всех верующих, то увидел Авраам день мой и возрадовался. То есть, если тебя Господь исцелил, то ты назад уже не должен возвращаться вот в эти грехи, вот в этот мир в плане... Ну, не должен уже возвращаться туда в духовном смысле. Хорошее толкование. Да, то есть вот этот слепой, он сравнивается с человеком, который надеется на букву закона. Ему Христос не нужен. То есть он считает, что соблюдая закон, он вправе унаследовать жизнь вечную. Такое было учение. Или вот. Но он не понимает, что все согрешили, все лишены славы Божьей. И кто говорит, что нет нового греха, тот обманывает самого себя. Един Господь, един свят. А возмездие за грех смерть. То есть, как бы ты ни старался исполнить весь закон, ну, где-то ты оступился. А раз оступился, должен умереть. А раз должен умереть, ну, значит, прими жертву Христова, что Он за тебя умер. Принял, теперь служи Ему, Христу. С этой мыслью не делай больше греха. Как я могу совершить поступок, за который меня осудили на смертную казнь, и этот человек решил за меня эту смертную казнь принять и перед смертью сказал, я за тебя умираю, только ты больше этого не делай. И ты с благодарным сердцем, что ты остался жить еще на этой земле, и тебя... обвинявшие отпустили, сказали, все, ты свободен. Расстрел отменяется. Да. Да, выйди из греха. И вот человек, который вышел из этого греха, и который потом опять начинает грешить, он сравнивается с псом, который возвращается на свою блевотину, и со свиньей, которая идет валяться в грязи. Вымытая свинья идет валяться в грязи. Ну, совершенно ни для чего это делать. Так, ну все-таки вопрос первый. Для чего Господь уединился? Уяснили? Ну, вот. Да, вполне. Ну и для чего? Еще давайте закрепим. Ну вот он его вывел из того места, где он все эти грехи приобретал. Ну и где он слепой был, как вот в прообразе. Идет. То есть он его вывел оттуда, чтобы он как бы из этого сообщества. И потом сказал ему не возвращаться туда, никому не говорить. Не говорить о чем? О том, что он его исцелил? Но всякий раз, когда он запрещал, я читаю, всегда все нарушали. Неужели Господь сердцеведец не знал, что все равно они нарушат, но тем не менее запрещал? Тоже не совсем понятно. Ну давайте дальше. Ну или вот выводит слепого из селения в уединенное место. Но вот мысль у меня волей-невольно натолкнула, что уединенное место — это монастырь, а монастыри они антиевангельское строение. А селение — это имеется в виду вот этот, в духовном плане это вот этот вот мир грешный и прелюбодейный, который привел этого слепого, а сам не верил во Христа как в Бога. Про уединенное место сказано: сидите 10 дней, доколе не облечете силой свыше, а потом будете свидетелями мне и даже до края земли. Вот. Так, ну ладно, да. Вот видишь, он ему говорит потом, типа, ты возвращайся домой, но не заходи в селение, то есть из которого он пришел. То есть ты домой возвращайся, дом-то находится у него в селении, но в само селение, то есть не заходи, сразу домой иди. То есть, может, на это стоит обратить внимание, что как бы не смотри вот это теперь по сторонам. То есть иди туда, вот где ты там, ну, я не знаю, что это имеется в виду, но вот интересно, что он сказал ему: иди, не заходи в селение, но дом-то у него в селении. Самое интересное, что... Да, интересно. Как, не заходя в селение, можно войти в свой дом? Ну вот, имеется в виду селение, подразумевается, что вот ну, худые сообщества возвращают добрые нравы. Но он хоть и слепой, как бы, но видишь, привели к нему слепого, а привели, Филакт толкует-то, люди неверующие. Вот. И он его как бы тайно исцеляет, ну, чтобы эти неверующие, это они, наверное, хотели все-таки посмеяться над Христом. Или посмеяться над этим слепым, который им говорил-то: отведите меня ко Христу, он меня исцелит. И они его приводят: а ну-ка, давай. Они просили, чтобы прикоснулся к нему, видишь? Почему он при них не стал это делать? Ну, Филакт говорит, что вот не верили они в это. Искушали, значит, его. Они как вот одни были: покажи нам знамение, и мы тогда уверуем. Что Христос сказал? Не будет вам никакого знамения, кроме знамения Иоанна Пророка. И здесь он также, он говорит: ну, не будет вам. Раз веры у вас в это нет, не хотите, не надо. Насильно мил не будешь. И он его наедине исцеляет. И даже говорит его, говорит: ты в селение не заходи, они сейчас тебя будут там ждать, ну что там, мы же тебе говорили, что ничего тебе не поможет, но видно, чтобы потом они узнали, устыдились, что ли, эти неверующие, или что, Бог знает, как там было. Вот Иоанн Кронштадтский пишет, что какая чудесная сила в самых обыкновенных действиях Бога человека. Зачем эта постепенность в исцелении? Господь, кажется, скрывал иногда божественные чудеса свои под покровом простых, наглядных действий или грубого вещества для того, чтобы не говорили о нем слишком много. То есть, видите, он его, во-первых, не сразу исцеляет. Мы тоже можем взять пример, что не все, что просим, сразу будет, и, может, и не все и будет. И второе, то, что чудеса вот эти, да, то, что вы сказали уже, он же призывал к покаянию, да, а не то, что вот я чудеса творю, поэтому верьте в меня. Видимо, поэтому тоже уводят. Да, видимо, этот слепой готов был раскаяться в своих грехах и осмыслить, что за грехи его Господь наказывает слепотой. А те еще, которые привели его, ну, видимо, не готовы каяться, поэтому не время еще, им чудеса показывают. Да, вот правильное толкование. Господь посчитал, что дать знамение неверующим исцеления не полезно для них и явиться поводом для их большего осуждения. Ну, тоже вот такое. Ну, чтобы не явилось поводом, то есть, для их большего осуждения. Ну, вот это тоже мне не совсем понятно, что ну, неверующие, они все равно будут осуждены. Какая, как говорится, разница, в аду у тебя 1000 будет градусов или 3000 градусов? Ну, наверное, есть разница. Неверующий не войдет в Царство Небесное. Или, может быть, просто всему свое время, вот. Когда-то пройдет время, и у них это неверие ослабнет, и начнется сомнение. И вот в этом состоянии тогда знамение даст положительный результат. А в другом случае, когда вот он ну прям ожесточенно не верит, тут хоть какие знамения делай, ну, он еще сильнее ожесточится и скажет, да, это все неправда, вы тут мне. Ведь написано, что и Антихрист будет делать чудеса, и огонь с неба будет возводить, чтобы обольстить хотя бы избранных. То есть знамение — это очень такое вот чудеса, такая штука опасная. И иконы мироточат, и все вот с ними носится, и уже решили, что они сатана ли посмеиваться над нами. То носимся мы с этими иконами мироточащими. Веры евангельской-то нет в настоящих людях. Вера все в чудеса, да, в чудотворение. Я, если можно, скажу еще кое-что. Конечно. Дело в том, что вот мои поиски начались с роликов сектантов. Я стал смотреть сектантов, вот, и у меня тогда вот только появился большой интерес к Библии, потому что они очень тоже любят Библию, они вот стихи из Библии приводили, но у них кривотолки, они так истолковывали ее, что... ну, неправильно, и весь мой дух чувствовал, что это не истина. И когда я только, наш Господь меня привел вот через ролики Игнатия Тихоновича, через его проповеди, я только тогда стал прилепляться по-настоящему ко Христу и начал, как бы можно сказать, прозревать. Я начал более правильно понимать Священное Писание, вот толкование. Мне Господь вот так вот открыл, что толкование святых отцов – это истина. А изначально вообще в меня как бы посеял слово, если можно так сказать, один мой бывший приятель, он мне Библию подарил, который впоследствии потом вообще бесноватым стал. Он прилепился к одному сектанту, не помню, как его звать, очень бесноватый такой сектант. И у него прямо явное беснование началось. То есть, получается, что у меня вот как раз так и получилось, что люди начали приводить вроде ко Христу, люди сами неправильно понимающие и не в истине находящиеся. А потом Господь мне открыл глаза вот через ролики Игнатия Тихоновича, через его дары. Вот так. Ну что, здорово. Хорошее сравнение, мне понравилось. А мне брат, который неверующий, тоже книжку подарил, «Не святые святые». Я ее прочитал, начал в Сретенский ходить. И на исповедь на первую пошел. А брат до сих пор неверующий. Тоже неверующий, получается, привел. Да. И хочу добавить, вот если кто-то видел ролики наши, где мы с Игнатием Тихоновичем беседуем, первый ролик, вот как раз мне Игнатий Тихонович вот так и сказал, я ему упомянул тогда, я говорю, а что мне вот с другом моим делать, который, ну вот у него такая ситуация, я писал, а это оказалось беснование, я только потом понял. Игнатий Тихонович мне сразу сказал, ты, говорит, подальше от него отойди, чтобы тебя не захватило. Не, говорит, не перестань с ним общаться. Ну вот как раз как здесь в Писании, видимо, Господь через него и сказал мне, чтобы я больше... заходил, да. Да, не заходил, не приближался больше к этому. А вопрос такой, обеснование, если человек, ну, заразился этим, бес вошел, это все уже, что ли? Он, если он бесноватый, он и умрет таковым, он все, не попадет в Царствие Небесное? Вопрос. Может, Игнатий Тихонович. Игнатий Тихонович, вопрос вам. Если бесноватый, ну как бес-то, я даже не знаю. Какой-то вопрос. Виталий задал вопрос, если бесноватый умрет в этом состоянии, не попадет он в Царство Небесное? Через 5 минут вопросы будут. Да. Давайте. Давайте пока еще, да. А вот этот пример еще наводит на размышления, что в любой момент можно потерпеть как кораблекрушение в вере, вот и все. Все вот эти товарищи, которые, благодаря которым мы уверовали. Так, ну тут у нас 3 минуты остается, я не знаю, стоит ли нам начинать следующий перекоп, вряд ли. Разрешите еще историю одну расскажу, как у меня отец пришел. Он был раньше среди рерихов, то есть рерихи же есть, эти, оккультизм. И, но он, там они как рерихи, они как бы Христа очень любят, ну как бы любят, признают его, но там за Сына Божия не считают, конечно, но просто считают, что это там какой-то просветленный человек. И у меня отец тоже любил очень Христа, и рерихом был. И он стих написал про Христа такой. И вот когда какое-то собрание среди них было, вот этих сектантов, рерихов, он читал этот стих по Иисусу Христа. А все как бы же там тоже хорошо к нему относятся. И вдруг все, говорят, за столом, кто там сидели, на него очень сильно обозлились, начали с ним ругаться, зачем он это читает и прочее. И он был очень удивлен, что они так отвернули, ну как бы им не понравилось про Христа, что так пишут в высоком. То есть, а там он про крестную жертву Христа, он написал стих. И вот его это именно сподвигло первый раз как бы задуматься, что что-то тут не то. И вот после этого он уже пришел, то есть, в христианство, именно вот этот момент его сподвиг. То есть там бесноваться начали они после того, как услышали про Христа, про его крестную жертву. Так, ну все, время 7. Давайте вопросы, у кого есть. Ну, Виталий вот первый вопрос задал. Даже не знаю. Задай, Виталий, еще раз этот вопрос, но более корректно, что ли. Как-то там ты говорил, что если бес возьмет еще... Ты посторонний. Беснование это признак богоотверженности, что ли. Человек уже все, если он бесноватый, например, умер, он уже, ну, никак не наследует царствие. Такого нигде не написано. Это первое. Второе. Бесноватый, если он беснуется, крестить запрещено каноном. И только если он внезапно заболел при смерти, тогда можно крестить его и бесноватого. Причащаться ему не разрешено. Если только при смерти, тогда можно причастить. Вот это каноны говорят. В 1 томе творения святого Иоанна Златоуста там есть письма к Стагирию. У Иоанна Златоуста был хороший, близкий, знакомый, скажем, даже, а может даже и друг, сын князя. Ну, видимо, будущее у него было хорошее, отец доволен был им, там, по-нашему сказать, закончил университет с красным дипломом, воинское звание присвоили. Перспективный парень. Ну вот он пришел в монашество. Отец поволновался, ничего не мог сделать. И однажды утром он начал бесноваться. С нему говорят: а как это случилось? Он говорит: как? Я лежал, говорит, во сне, вижу, идет большая черная свинья. А я рот раскрыла, она в меня залезла. Теперь, когда идет крещение, то считается молитвы на изгнание бесов Иоанна Златоуста. А здесь не молитва, а сам Иоанн Златоуст. Иоанн Златоуст молится, никакого толку нету. Его повели к знатным монахам, которые живут на вершинах гор. Пользы никакой. Ну, пользой называем изгнание бесов. Он так и подходит момент, он падает, пену пускает и прочее. И вот теперь Иоанн Златоуст пишет это о провидении, что если этот человек-то, когда он нормально, бес-то отступает от него, он же не ругается, он творит добрые дела. Вот мы получим награду за то, что болели, такие как Сергей Козлов. Он мученик настоящий. Это мучается только тело. А когда беснуется, мучается душа, и насколько душа больше тела, настолько страшнее его страдания, и настолько выше будет его награда. Вот все. Спаси Христос. Первый раз такое слышу, интересно. Ну, я не буду говорить, что мне надо в какое-то прокрустово ложе слова втискивать. Вот сейчас, если только приедет сюда Алексей Шахматов, вы молитесь. То есть у меня уже выстраивается примерно первое, что я спрошу его, обидчив он или нет, чтобы он до конца сумел выслушать. Потому что что вокруг него делается, это обман стопроцентный. А впереди вы рассуждали о том, вот человек, когда приходит, и ну надо как-то там, придумали слово экономия, ему можно все делать, и вроде бы трудно ему. Это все застольные побремушки. Это обман. Нигде, никогда, никому первоначальному не дают что-то другое. В армии берут, что старую одежду сбросили с него, одели в гимнастерку, затянули пояс на нем. И начинает бегать. Постригли его, а ему трудно без волос. Никто не разговаривает. И сколько? По всему миру это миллионы. Миллионы. И в монашество, когда идут, сразу же переодеваются. Строгий устав. Во столько вставать, во столько так. А ему не вынесли. Не вынесли, значит, не туда пришел. Пошел вон. Вот и все. Это только разговаривать. Мы вели правила, написали их. И ни разу еще не было, ни разу. А это все-таки взять даже вот эту общину в Барнауле 27 лет. Чтобы человек, впервые пришедший, сказал: у вас трудно, я не могу выполнить. Ни одного. Вот к нам приезжает в Потеряевку митрополит алтайский. И привозит с собой хористов. Девушки. Регент у них свой. Женщина, которая играет на пианино. И они тут будут что-то исполнять, петь. Это все у нас заснято. И... девчата, хористы и семинаристы. Они пришли, у них никакой формы нету. Мы сразу сказали: зайдите, тут Барабаш живет, староста деревни, Игорь Александрович. А дома была его дочка, она еще была не замужем, Машенька. Вот они все туда ушли. Вот до службы остается минут 15, они-то оттуда выходят, как одна на подбор. Все одинаково одеты. Два платка, то есть нижний называется повойник. Ребята все с поясами, как будто они у нас всегда были. Все, дальше батюшка тут коротко показал овечек, они там с ягненком целовались. Потом будут плавать, там ходить, пели. И что интересно, их приветствовали ласточки, которые у нас в храме. И даже это в интернете, в другом месте есть чудеса нынешнего века. Ну и показывает, какие чудеса, чудеса. Они поют, а ласточки носят... там мошек своим детишкам-то, а тут сели рядом, ну, вплотную прямо с ними, и щебещет, да так громко, прямо, ну, как они поют громко, так и они громко. Они не поют, и ласточки не поют. А ласточка, 83-й псалом, 12 стих, прочитай: «У алтарей твоих, Господи, ласточки, не воробей, не ворона, ласточка». И когда говорят: а что у вас ласточки? Как? Как положено, по псалтыре. по указанию. Итак, вы, когда говорите, говорите как теоретики, и ничего у вас никогда не будет. Никогда. Вот так эта суета, вот эта торговля-то будет. Тут никак. Решительно сразу Господь зашел, начал вышвыривать, ломать, опрокидывать. Ой, да некоторые не выдержат, рассыпали деньги у них, да будут говорить, да они тут плачут, может быть, такой ущерб. Взял веревку, начал пороть их оттуда. Никогда Господь не бил, а вот здесь. В один день завел закон. А в Ветхом Завете и там никак вообще по-другому нельзя было. Вот девушка не сохранила себя, вышла замуж. Ее предупреждали, ну нельзя так строго, ну что ты, да ты как можно, да она свободная. Бог по образу подобию сотворил, по образу подобию, а теперь смотри. И далее, ложатся на чистые простыни. Подписанное, расписывается жених, невеста и там свидетели. А утром они берут и смотрят, что, какие пятна. И бывает, он ее возненавидит, тогда они перед всем городом расстилают эти простыни и показывают, вот смотрите, вот видите, что она была девственница. Девственница, и на него накладывается эпитимья. Он должен заплатить, сколько там положено вено, как бы уже заново все переигрывается, и развестись с ней ни при каких обстоятельствах не может. А у нас строгость какая. Женщина подошла, сделала уже там не один аборт, и ей назначается 40 поклонов. Ну, откуда он взял 40 поклонов? Книга правил есть, книга правил. В ней 7 вселенских соборов, 9 поместных и 13 или 17 бывает святых отцов. Самые большие правила Василия Великого, 91 правило. Другие поменьше. Второе правило Василия Великого гласит так. Если женщина убьет плод, неважно какой, недельный или сколько, говорит, тут мы не испытываем. Главное, что сделан аборт. Она подвергала жизнь свою опасности и убила. 10 лет отлучения. Ну где сегодня в России 10 лет отлучения? Ну просто найдите где-то, скажите нам, где. И эти 10 ступеней разделяются на 4 варианта. Первый там, на улице. Дождь и снег ей на голову. Второе, она заходит здесь и стоит в коридоре там или в этом в притворе и слушает. Слушающие, припадающие, купно стоящие. Купно, то есть вместе до конца, при оглашенных из детей не выходят. И тоже все по 2,5 года разделяются. Но если будут обильные слезы, покаяние, сокрушение, ну то все видно на человеке-то, на себе волосы рвет, что я наделала. Тогда епископ собирается со священниками, свидетелями и разбирает ее дело заново. И они имеют право тогда скинуть ей 1/3. Ну 1/3 раздели на 3 части, 2 оставляй. Но не больше, никаких 40 поклонов. 6 лет остаются за ней. 6 лет. А вот в Америке у них накладывается 1 на 1, и бывает там, ему много там согрешений, 1500 лет. Так он не проживет, неважно, закон так гласит, одно на другое накладывается. Они так, убил одного, или 10, или 20, один раз. Один аборт сделали, 10, все одно, никакого нет наказания. Это разврат умов и искажение слова, как пишет Плещеев. И имена их презирать своих детей научит мать. Это так. Пророки лжи, пророки тьмы. И от вас, как от чумы, народ с проклятием отпрянет. И имена их презирать, своих детей научит мать. Вот здесь так случилось. Или есть, или нет. Никаких половин. У нас исполняются все правила. Бывает, собирались даже священники, начинали, вот вы тоже на меня напали там, где Володя жил. А вот вы тоже нарушаете. Я говорю, и как? Ну, написано, с евреями, с жидами вместе в корчму не заходить, не обедать. Ну, в столовую. А я не захожу вообще в столовую. А с чего вы решили, что я буду есть там? Да как? А в дороге? Ну, мы купили батон хлеба с батюшкой, сели на скамейку, им батон хлеба толкаем, снег-то промокнем и со снегом жуем. И все. Даже воды нету. Да. А в бане написано, с евреями не мыться. Да мы не моемся никогда, тем более с евреями. У нас своя баня. Они осеклись. А да, один говорит, так вы далеко ездили, и поэтому вам туалета с собой-то не было там, биотуалета-то. и написано, надо взять лопатку и зарыть. Вас же так не делали. Я говорю, я с лопаткой сфотографирован, саперная лопатка с нами наточенная, как бритва. Туалеты делал я. На мне лежало. А закапывать, то есть сверху пласт наложить, Сергей Павлович делал. Сергей Павлович, ты здесь? Да. Хорошо помнишь, когда отъезжать стали, я не сказал закрыть, а ты забыл. Потом я уже, когда отъехали, метров 200, я говорю, стой, ну 100, может, 50. Я говорю, а как с туалетом-то? Не закрыли? Я умышленно промолчал. Эх, как ты вчистил туда, побежал и все сделал. Так, нет? Так. Вот так. Так, у меня свидетель есть, что я говорю. Это я, так и это вы все с лопаткой были всегда. Все, они стеклись. То есть они подыскивались, нашли правила, а они на мне не то, что не сработали их, и мы никак не выполняли их. Их нету. Все надо исполнять. Все. И с первого дня. А не так, что его оттолкнет, там посты нельзя. У мусульман так не рассуждает. Принял мусульманство, все. Если ты днем будешь есть до заката солнца, тебя такая кара ждет. С тобой разговаривать никто там не будет. Вот так. Берут кадетское училище. Молодые ребятишки там учатся-то. Им сразу же форму надевают и подъем, и честь отдавать, и ногами каблук об каблук стукнуть и сказать, виноват, сэр. Балбес, сэр. Вот как это работает. Это из Америки я беру уже. Я, может, не рассказывал, не знаю, не знают некоторые. Поехал журналист тут один, и говорит, у вас ученики бывают хулигань? Да, бывают. А что делать? Да в тюрьму сажаем. Как? Да без суда и следствия. Родители согласны. Но его арестовывают и приводят на месяц или там на 2. И он сидит в камере, а дальше выводят на прогулку, все как положено. Ну, он говорит, а можно посмотреть такой? Можно. Зашел, а там, говорит, дубина такая выше меня. Ну, последний класс, наверное. Как тебя звать? Он, Том, сэр. Их щелкнул каблуками. Каблук об каблук. А почему ты оказался здесь? Потому что балбес я, сэр. Он говорит, вот это отмуштровали их. У нас этого не будет, трогать нельзя, винальная юстиция и все. А там нет. В Англии проголосовали, чтобы снова пороть учеников. Не надо играть этим. Вот вы говорите, ну покажите еще общину, где все соблюдается. Ну, при вашей мягкости, вот кто там это защищал, как бы кого-то не оттолкнуть. Ну, покажите, нет ничего. А у нас, которые женщины, которые в первый раз приходят, ну, председатель сельсовета приехала, сразу положено на деле, кто-то еще там приехал, все сразу по форме. Соглашенными идите, корреспонденты все вышли, сидят на крыльце. И все принимают, и понимают, и нравится, записывают себе, только сделать нигде не могут. И тогда начинается ценить. А как вам удалось так? Бог. Все Бог. Только Он. Вот ответ на то, о чем вы рассуждали. Одни пишут, дисциплина у них жесткая, а другой не понимает жесткая. Пишет не жесткая, а жестокая. Но это большая разница. Жесткая. Жесткое, то есть то, что режет, углами задевает. А как без наказания? У нас, я не знаю, сколько там, метров 200, наверное, 50 до пирса, где купаются. И пришли и говорят, а вот там такой-то Вовка пинал дверь у раздевалки. Ну, я подошел, ты пинал? И он говорит, пинал. А большой парень-то? Я говорю, и какая причина? А он стоит и говорит, дурью маялся. Дурью маялся. Правильно, я ему чурку дал, говорю, теперь ногами, а двое за тобой следить будут. Пинаю туда к пирсу и потом обратно. Он допинал, оттуда пригнал ее ногами, что было-то. Ноги больно, больше, говорит, не буду это делать. Нам надо идти. В батюшке кино смотрели, раньше там был зал такой. Такие были еще видеокассеты. Дисков никто не знал. Ну, парень один, я не могу, я болею, я останусь. А у нас не положено одному оставаться. Нельзя. Ну, я болею. Ну, что болею? Палатку военную принесли 2 метра на 2 метра. На палатку ложись, он лег. За углы взяли и понесли его. Идут, всех хохочут. Ну, тут до половины не пронесли. Он говорит, у меня уже живот не болит, дайте я сам пойду. Ну, посмеялись и все. Надо как-то, как называют, адекватно реагировать на это. А как вы это догадались? Да я не знаю как. Мне казалось, так и понятно. Вот девчонку маленькую прислали, у нас тут один был учитель, и она корову доит сама, ей 9 что ли лет или 7 лет, ну маленькая совсем, тщедушная такая Катя. Она доит коровы и с банкой выходит на трассу Барнаул-Новосибирск, чтобы продать, чтобы хлеб купить, с бабушкой живут, а мать пьянствует. Вот какая, и приехала у нее вши. И увидели один парнишка и говорит: а ты вшива еще-то, разобиделся на нее. Она заплакала. Подошла там ко мне и ударил в колокол, всех собрали. Правда, мы не сразу это сделали, а ее сразу отделили, обработали. И у нее как-то быстро выбились. У нас свой рецепт, там с керосином мыло и ну, рецепт. С водой разводят. Ну и когда ударили, он... кто говорил, что вшива? Алешка там, я говорил. Ну, Волась, вот иди у Катеньки, поищи. Он все поищет, нету вшей. А вот ты ее теперь и оскорбил. Вот тебе наказание. С сегодняшнего дня ты без Кати никуда. С ней играешь, ее защищаешь. Ей рассказываю, еще есть хорошее. Понял? Заулыбался. Посмотри, какая она красавица растет. А парень бывает другой там, кособочится. Я говорю, а ты лет через 7 вокруг ее винтом будешь ходить. Извинись, посмотри. Ну, каждому свой подход должен быть. Но строго никому не разрешается напротив мальчишеских келей или девчачьих, там, чтобы другой кто-то прошел, мальчик или кто. Даже это, они тоже там вместе спят. Бредню такую пустили, на суде не могли доказать и осрамились. Интересно, если вы считали, Хрущев, когда пригласили его в Америку, и он 18 часов в самолет летел. Наверное, где-то пересадка, в Финляндии, может быть, была. Ну, его в Лос-Анджелесе, где там Голливуд. Ну, решили показать, там пьесу поставить. А мэр города вышел и говорит слово начало. Хрущев-то, у него юмору было до загашника. И вот он, видите, я из простой семьи, я не дворянин. И вот, видите, я мэром города стал. Еще-то еще там брякнул-то. Ну, а Хрущев-то его и отбрил. А я кто? Сын шахтера. А я главой государства стал. А что там, Лос-Анджелес какой-то. Но он ему еще-то сказал и говорит: ну, а как же вы хотели с капитализмом покончить, то другое, говорит. Ну, это было, я сказал. Ну, что ты привязался-то? А на него по-разному смотрят. А он-то потом и говорит, они по-русски-то не знают, как перевести. Он уже в посольство, когда вернулся, и говорит: мэр-то города, он что надувался-то? Он хотел пернуть, да обосрался. Уделал Америку, написано. Это прям написано. И как он говорит это. Ну вот вообще, додуматься надо. Уел он его. Это тоже юмор, но юмор такой, с запахом. Ну еще давайте вопросы. Продолжение вашего рассказа. Вот, а не хотите ли вы там к музею добавить еще школу вожатых? То есть приглашать туда взрослых людей и рассказывать им, как с детьми обращаться. Какие-то, может, книги посоветуйте на эту тему? Что почитать отдельного, что сами читали? Все хорошо. Пока, видите, нам охота получить какую-то бумагу. Бумагу нужно такую, чтобы железная, чтобы ни один швондер не подошел, что мы музей зарегистрированы. А вот как я сейчас, я уже образовал его, все. Музей могу даже не выходя из дома 3 музея сделать. Это разрешает государство. Но нам нужна регистрация, а они никак. У них нигде не написано, что лагеря. Но теперь говорят, такой, ну, зона какая-то отдельная. Вот по другой статье, может быть, будет. И притом, говорит, надо обратиться к губернатору края, грант, какие-то гранты. А гранты связаны с деньгами. Я говорю: какие деньги-то? Весь смысл нашего лагеря в том, что денег государство не дает. Это первый пункт. Своими руками строить. Но дело упирается в лидеры. Кто будет? Вот у нас приехали не одни женщины, посмотрели, дальше-то не идет. Лидер, вы понимаете, вот вы видели, какой Максим Степаненко, как он выглядит? Как его душили, да. Я первый раз стал о нем рассказывать. Ну, не понравилось, я говорю, мне он безбородый и в галстуке. А он этот ролик-то посмотрел и говорит: все кончено, больше бритвы не коснусь и галстук в руки не возьму. И вот он говорит, вот на Лапкина говорят, ну вы попробуйте. Я, говорит, однажды взял, я не знаю, 10 что ли детей, говорит, неделю я с ума с ними сошел. Они в разные стороны лезут, что делать-то? А у меня 45 лет, и те годы было в среднем 108-109 человек. Ну, умножь на 40-то. Речь идет о тысячах. Ни рубля государство не давало. И из пункта наказания вот, нельзя убрать было. В 1998 году было 15 краевых комиссий. Кажется, 2 или 3 уголовных дела против меня воздвигли. И когда здесь я вернулся, на них подал иск, встречное заявление, и был суд, и все процессы выиграли. Как снабжать, как сажать. 1 год у нас было, мы накопали 1400 ведер картошки. Ну, это обслуга. Дети-то почти не участвовали в этом. Вообрази себе, какой урожай. И, кажется, варенье наварили 300 литров. То есть мы все время работали. Работали себя, надо прокормить огородчик здесь. Ну и результат. Дети все приучаются к труду, работают. Разговаривать нельзя, щепку в рот взять. То есть везде на все существует эпитемия. Вот девочка одна воровала все время, цыганку дали, они с братом. Ну хорошие, не мерзнут, ничего, такие здоровенькие, как груздочки. Но ворует. И вот она в одной келье спала, у нас тут была Наталья, и она с ней вместе-то. Я там своровала. А Наташа спрашивает, а почему ты у меня не своровала? Она говорит, я видел, ты каждый день пересчитываешь деньги. Умная девчонка. И вот тогда я ей написал, я воровка. Ей такой плакатик на грудь, она и куча стружек, и она должна была на них сидеть. И мимо люди проходят, ты воровка. Она сидит, больше никогда не воровала. Так что, кому говорить, как, выводите на меня людей. Я им буду все рассказывать. Почему называется лагерь-комплекс? Потому что называется музей-комплекс для бедных лагерей. Название. Музей в скобках комплекс. То есть в деревне там много у нас. В деревне у нас колодец с этими с бетонными кольцами. В деревне зал просмотровый. В деревне баня. В деревне все склады, тестомес. И вторая площадка для игр, качели и прочие там турники и чего только нету. А остальное в лагере. Комплекс. Где купаться. Специально выкопали пруд такой, где ни сучков, ничего нету и мелко. Южа называется. Вот нужно, чтобы был лидер, который ни при каких обстоятельствах не бросит. А иногда так человека тронешь, да я и не держусь, я могу уйти. Мое мнение такое, что нужно немедленно его снимать в этот же день. Это не работник, если он не держится. Я староста здесь, староста со дня основания общины. И начальник детского лагеря. Меня не стронешь с места. Я уйду только тогда, когда увижу, что следующий за мной будет делать лучше, ответственнее. Вот тогда я отойду, а так я не отойду. А кому я отдам, когда он... У меня было, когда дело коснулось, что кому передавать, тогда были эти катушки, не кассеты, ну магнитофоны катушечные назывались-то. И я никому не мог отдать. Вот у меня была рабочая ставка, сторож, 72 рубля. А магнитофон, маяк 205, 320 рублей. Посчитай, сколько я должен. Ну, за полгода не накопишь. А у меня их куплено 15 магнитофонов. Это огромные по сегодняшнему даже деньги купить. Но это не все. Какая аппаратура для записи. Одной кнопкой включаются, выключаются. Ну, все обдумано. И я тогда говорю. Объявление сделал. 72 рубля. Запоминай, у меня месячная зарплата. Значит, кому это передать? Кто найдется? Передаю оригиналы пленок. Несколько у меня тысяч куплено кассетих. Катушек, магнитофон, это все, лента, ну нормально, как записать-то. И 3000 сверху кладу бесплатно, безвозвратно. но чтобы он делал то же, что я делаю. Готовы. Я почти 50 книг насчитал. Библия, Архипелаг, ГУЛАГ, Златоуста 12 томов, 12 томов жития, добротолюбие, там, ну вот так вот. Один только нашелся, говорит, я бы взял это, если разрешили деньги потратить на себя. Ну, условий такого я не мог дать. Как я тебя отдам? Так никого не нашлось, а только КГБ нашлось, отняло все. Еще. Почему назвали, почему бедные лагеря? Игнатий Тихонович, почему бедных лагерей, на вот это, бедные, почему? Ну, бедные, потому что государство ни рубля не дает. А ты бедный, богатый, а возьми, собери ребятишек 20, да продержи месяц. И у тебя не хватит ни денег, ничего. И чтобы не разбежались, и чтобы было интересно, и чтобы они на следующий год просились снова. Бедные, беднее некуда. Ни строения нету, ничего, что в лагерях положено по нормативам-то. Поэтому они нас душили, санэпидемстанция, а теперь Роспотребнадзор. Я говорю, лучшее доказательство, что мы не повинны, что все дети здоровые, 45 лет. А теперь уже 47. В деревне мы в другой формат перешли. Для бедных лагерей, у которых нет ничего. 53% каждый год детей содержал, которые ни копейки не платили. И мало того, еще старались одежду им, шили на одежду, платьишки там разные, материи нам давали, еще и на билеты собирали. Мы бедные, посмотри, какие строения, какие крыши, слеги, кривые там это, заляпано сверху, засаманено, шиферы, все, что богатые. Конечно, нас обзывали курятники, но так оно и есть, похоже на курятники, это маленькие окошки, лишь бы свет попадал. Баня была в земле, врыта из пластов, около самого озера нашего. Мы бедные, у нас ничего не было. Где-то кому-то поможем. Вот представь, как мы питались. Дерево, клен. Его, я сейчас не знаю, то ли свалили, то ли что. Ну, сухое-то. И мы попросили Игоря Барабаша трактором приволочь его. Ну, и он его, это, приволок. В лагерь-то. Все, пока ничего нету. Ну, приволок да приволок. А когда начали пилить, дупло, его распилили. Я гляжу, что-то дети бегают, а там много сотого меда полное. Но пчелы, видимо, вылетели, пчел не было. И это, ребята, нельзя так, давайте все оттуда выскребем, в большой таз положили, давайте рассуждать так. Если бы Игорь Александрович нам не привез, мы ели бы мед? Нет. Поэтому половину относим ему. А остальное между собой поделим. Теперь кто нам в деревне что помогал, и им помаленьку отнесем по кусочку. Дети все согласились. Вот так рождается доброта. Забота о ближнем, о справедливости. Берем малину, идем обратно. Мы можем покороче путь взять. Нет, пойдем только через батюшку. Сразу десятину ему отдадим малины. И ребятишки знают, что батюшка нас благословил. Мы ему... А он говорит, да мне не надо, у меня малины полно, я сегодня 2 ведра набрал. Батюшка, возьми, не берет. Ну тогда благослови, считай, что взял. Теперь он нас благословил. Вот это в ребенке и сеется. Сей доброе семя всегда, пожнешь, что посеял тогда. День жатвы придет, не замедлит, пожнешь, что посеял тогда. А рядом он страшное поле, ни враг не засеял там зло, колючее опасной травой, как густо оно заросло. Вот такое есть песнопение у баптистов. Вопросы? А с другой стороны, Игнатий Тихонович, не имей 100 вопросы. Рублей, имей 100 друзей. У вас вот, какой вы бедный, у вас столько там связи было, там, начиная от мэра города там, и так далее. Да, и да. Это ты прав. Но дело в том, что вот в лидере все состоит. А у меня ничего нет, никакого гуманитарного образования. Но меня знали, потому что меня сажали. Я много выступал статей в газетах, там, в журналах, там фильмы снимали. Ну, это Бог так делает. Притом я нигде не просился, сохрани Бог, меня уговаривает, я согласился, там снялись. Вот я иду, директор РТИ, резинотехнические изделия, Хромов Анатолий Петрович. Он в книгах у нас есть где-то и... Подпись «Настоящий русский патриот». Такой полный мужчина, не пузатый. полный. Ну, да кого добрый, на лице доброта написано. И он, мне нужны огромные палатки. Закрывать, чтобы сверху, келью. И они специально спецзаказ сделали для меня. Вот мы ходим в храме, резина под ногами лежит, это он дал. Маленькие, которые в деревне под ногами, это он дал. Лодки, 4 лодки резиновые, это он дал. Мало того, гляжу, что-то там шабуршит. Вытаскивает плитки, шоколаду, это ребятишкам отдайте. Потом опять покопался, мне в сумку деньги сует. А в следующий раз, когда я пришел, нужна была материя. Мы из нее сумок нашили, такая, как военная гимнастерка. Хорошая. На комарники нашили. Это у него все на производстве было, он выписывал, и, ну, какая-то благотворительность, как бы. А я ему возьми да похвались, что мы лодки-то бережем только по воскресеньям. Да, аккуратно. Он прям по-серьезному на меня обиделся. Что ты делаешь? Ну, я же сказал, ну, пусть они катаются каждый день. Мы тебе еще дадим лодки. Вот такое дело. Дальше. Станкостроительный завод здесь. Там мне дают каждый год, кажется, вот эти большие насосы, хорошие насосы. А тот еще дал и шланги, мы закопали под землю, из озера качаем в лагерь, вода идет. Ты сам это видел. Вот. Я обратился к депутату, Макаров, как сейчас помню, а он депутат от воинской части. Проходит какое-то время, и он с другого привозит, не упади, я скажу, 4,5 тонны продуктов. Не килограмм, а тонны. 4,5 тысячи. Там и мука, и горох слущеный, и, ну, все там, все такое, не игрушечное. Никогда больше мы с ним не встречались. Вот какие люди. На станкостроительный пошел, там оттяпок дали, гвоздей дали мне, наверное, 1,5 тонны, не меньше. Вот, кажется, столько. Я на машине едва приволок. Зеркальная фабрика. Там обрезки зеркальное. Такое стекло толстое. Я сразу привел около 10 тонн стекла. По сей день еще все не расходовали. Сколько погублено. Конечно, это большое дело. Вот лидер, это все лидер. Ты должен это иметь. Теперь надо когда объявлять. Мне все редакторы и знакомые были, они в газетах печатают, мы на столбах клеим. И люди идут, и у памятника Пушкина мы беседуем. Как взять? Кого взять? Какие правила? Родители все расписываются, согласны, с ребенком приходят, что я его буду наказывать за нарушение устава. Физически наказывать, драть буду. Ну, а там бывает так, для виду, по голенищу хлопну авоське-то. А если уже матерился, то чтобы губами по крапиве провел. Там я заведу его отдельно, а все молятся. Вот это везде, куда ни глянь. Какие мы на лошади, Павлу помогаем сено, брату моему, сгребать там, возить. А он дает нам лошадь, едем тут за Корендой к разъезду, 4 километра. Для ребятишек-то сколько удовольствия. Потом у меня голубятни. Берем голубей, да и уходим там в степь дальше. И они оттуда их выпускают, они летят. Ну, где не возьмешь, везде кто-то, Виктор Николаевич поет на гитаре, мои стихи положил на музыку. Вот так. Наташа там все что-то шьет ребятишкам, там такие, ну, шоколадные там разные пирожки, в деревне к нам так относятся, и молоко у нас, и батюшка мясо дает сколько, ты сам знаешь. А потом рыбачит. Это все надо, чтобы ты вел, чтобы не было никакой аварии. Как ходить надо, по пирсу не бегать. А сейчас его пирса-то нету, под воду ушло. Подняли мы. Нынче опять придется нанимать бульдозер. В прошлом году слетела гусеница, позапрошлом году. А в прошлом году ничего не было. Ну и еще кое-как натянули, и я сказал, не надо. А теперь там низко, половина высокая дамба, теперь ту надо поднимать. И придется опять нанимать бульдозер. И только за доставку 22 тысячи, да, отправить. И работать будет за час 1500. 1150 надо набирать будет где-то. Потому что на втором мостике и на Рыжковцам надо плотину поднимать. Батюшка сказал. И так понятно. Лидер должен быть, это все понимают. Если лидера не будет, а лидер должен 6 качеств иметь, вы их знаете. Воображение, знание, умение, решительность, беспощадность, привлекательность. А лидером рождается или становится, Игнатий Тихонович? Ну, как сказать, рождается. Талант дается. Я думаю, да. Господь награждает. Ну, маленький еще он там лежит, младенчик-то. А потом это все проявляется. И все это так Бог дает не мерою. Ну, и кое-чему можно научиться. У нас есть, которые в лидеры годятся. Первые 5 качеств отличные. 6-го нету. Самое трудное 6-е – привлекательность. Никакие знания не помогут. То человек огневался, то раскричался, то еще что-нибудь. А дети тебя очень хорошо чувствуют. Вот на меня говорят, я там с детьми как-то где-то, вы просто не знаете. Когда меня на операцию положили с позвоночником, и тут мне можно было только лежать или стоять, сидеть нельзя. А поезд приходит ночью, 3 часа ночи, и дети до 3 часов ночи не спали, когда меня привезут. Не могли усыпить. Никак. Они в деревню пришли, ждали, когда меня привезут в телеге, в которой лежало много сена. Я на сене лежал. Что интересно, когда человек под наркозом спрашивает, а ты еще-то помнишь? Ничего не помнишь. Сознание потерял. Но в это время у меня открылось другое, как бы другое зрение. Я вижу свой лагерь, называю его своим. И вот где играют они настольный теннис и скамейка-то. И сидят ребятишки, и солнце светит с этой стороны утром рано. А я подошел и смотрю, до того ребятишки выглядят просто замечательно. И какие-то высокие ростом, ну, 1,80 м, примерно 5. Двое юношей белые-белые подходят к детям и что-то им дают. Но я не вижу, что они им дают. Вот такое, ну что у меня было там, сон назвать, видение. Так уже что? Уже полчаса прошло? Да. Ничего себе, 37, уже 40 минут. Вот ничего себе. Ну все. Избирайте, Игнатий Тихонович, молящегося. Да. Валентина Сартисон пускай помолится. Достойно есть якова истину, блажить и тебя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова родшую, сущую Богородицу тебя величаем. Господи, благодарим Тебя за это мирное время, за то, что собрал нас у ног своих, изучать Слово Твое. Закрепи мудрость Твою в наших делах, чтобы мы были не только слушателями, но и исполнителями Слова Твоего. Благословен Ты, Господи, и Тебе мы славу высылаем. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Игнатий.